Выбор способа формирования фонда капитального ремонта. Первоочередным мероприятием для начала реализации программы 2014 года является выбор способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирных домах на специальном счете или на счете регионального оператора. По состоянию на 4 апреля из 793 домов, участвующих в программе 2014 года, 778 или 98,1% выбрали способ формирования фонда капитального ремонта. Я хочу, во-первых, поблагодарить глав районов, которые достаточно большую работу провели на прошлой неделе, знаю по информации Министерства строительства и главного инвестиционно-строительного ГИСУ нашего управления, что очень большая работа главами районов проведена. И вы видите, по статистике прогресса за две недели очень много сделано. Тем более мне непонятны те четыре района, у которых вот такая вот ситуация. У нас, к сожалению, набережные Челны каждую неделю по всем программам оказывается в пятерке худших. Непонятная ситуация по САБам в этом году. Всегда район номер один, всегда лидер был по всем вопросам. Всегда был передовик. Что случилось, не могу понять. Не первую неделю. У нас непонятная ситуация по Тетюшам и по Высокой Горе. Шевкович, я хотел уточнить, на вчерашний день, это последние данные, их Минстрой Жене передавали, осталось всего два дома в Челнах, остальные все 100%. Понятно. Остальные районы сняли. Владимирович, не могу понять. Нет практически ни одного направления, ни одной программы, где бы Челны не оказывались в числе худших. Два дома, я не думаю, что для набережных Челнов это какая-то большая серьезная проблема.